Сегодня я кому-то не дал места. Но я все-таки хочу, чтобы сегодня сестра Наталья вышла, потому что она в этом служении. Я когда-то работал в онкологии, в больнице, в реанимации. Я работал как реаниматолог. И очень многих людей перед самой смертью я поймал. Ну, Господь побуждал говорить им, и кто-то из них получал исцеление. И вот сестра, вот я когда узнал о том, что она ходит по больнице, для меня это стало очень близко для моего сердца, потому что я был в этом служении. И Бог нас очень сильно благословлял. Баптистская церковь внизу проводила служение раз в неделю по средам. А я там работал, поэтому меня периодически туда приглашали. И я рассказывал, как Бог сегодня исцеляет. Поэтому давайте поприветствуем Наталью. Мир Божий, дорогие. Мир Божий. Меня зовут Наталья. Меня зовут Наталья. Мы из Украины. От Украины сам.